Программирование уже уберут. I hear ya. Done. Yo, it's cool.
cool. I hear ya. Done. Yo. It's cool. I hear ya. Done. Yo. It's cool. I hear ya. Done. I hear ya. Done. Yo. I hear ya. I hear ya. Done. Yo. I hear ya. Done. Yo. Cool. See a dude here. I need more. See a dude. I hear ya. Yo. Thank you. It's cool. I hear ya. Cool. A six.
Cool. I hear ya. Done. Track down an enemy! Done. Yo. It's cool. I hear ya. Done. Yo. Mother. I hear ya. Done. Удачной тебе поездки. Спасибо за пожелания. Смотри, чтобы у тебя там лундар в дороге не получился. Просто патронов не хватает. Спасибо. Шутку оценил. Done. Yo, cool.
cool. I hear ya. Done. Yo. It's cool. I hear ya. Done. I hear ya. Done. Yo, it's cool. Я его оглушил хорошо. I hear you. I need more lead. Done. We might have a problem or two making our way back to the compound. Yo. This is an enemy free. I hear ya. Yo. Не скажу, что обошлись с малой кровью. А птичка закончилась. I hear ya. Done. 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 Yo, it's cool. I hear ya. Done. 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 Looks like this. Empty. It's cool. It's cool. I hear ya. Done. Nothing. Nothing. Done. Yo. Nothing. I hear ya. Done. Done. Yo.
I hear ya. Пять минут до завершения дня. Успел, я вложился. That was a fine piece of work. Отличная работа. Захват источника пресной воды – однозначно шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что выгода от этого не заставит себя долго ждать. Так, ну придется теперь и Айса, наверное, на койку положить. Смотри, у волка у меня мудрость подросла. Пока имею отрицательный баланс. 7 секторов взято, 8 занято. 19 деревьев под контролем. Ну и смотрим наши расходы. Команда 6800. Итого почти 10. 9448. Ну я округляю в большую сторону. По доходам у нас 7500. Сальдо у нас отрицательное. Четвертый день. Наши возможности по переработке сока сокращаются. Мы можем собрать сок с еще 5 деревьев, а затем нам понадобится доступ к другому заводу. Давайте посмотрим, где у нас заводы находятся. Ну, в принципе, я бы хотел, конечно, на самом деле полностью захватить уже эту территорию. Мне надо с командой разобраться на самом деле. Иван, я думаю, уже может выйти на работу. Фидель тоже. А вот с Айсом. Айс пока. Не знаю, получится ли полностью скинуть таким образом, если я жилет сниму.
Думаю, да. Айс-пациент, волк, я думаю, можно его отправить на задание, в принципе, более-менее. И у меня заканчивается аптечка. Не совсем у меня хорошо обстоят дела с патронами, именно с 45-м калибром. Между прочим, у меня труба была. Где бы мне модифицировать свое оружие, я пока не знаю. А, наверное, вот так вот. Модифицированный 9-миллиметровый. Более точная стрельба и увеличена дульная энергия. Ты 30 патронов. Это хорош. Хороший выбор. Не знаю, эти ключи. Может, кто-то другой возьмет у меня их. Фидель, Фидель, ты готов? Подрывное устройство можно убрать. Одна обойма, так что здесь как бы... Плохо дело на самом деле у нас. Надо брать какие-то резервные стволы. Не есть гуд. У меня ключи будет носить, непонятно пока.
Волка я уже раздевать начал, хотя волк на самом деле-то еще на работу пойдет. Чего я так с парнем-то поступаю? У меня больше нету патронов. Одна обойма, опять же. Пока вот так вот. Я так понимаю, стрим упал. Неудивительно. Ладно, поехали, сейчас зачистим этот сектор. Привет, Коля. Вижу, ничего не могу поделать с этим. Шалит он. Ну да. Не могу же я оставить ее непройденным. Приходи, тут вторая мафия будет на выходных, так что жду. А как я спека взял-то? У нас трое должны были выйти. А, ну сейчас, может, попробую что-то исправить. Видимо, выходные. Понимаешь, на выходных все хотят интернета, соседи. Эх, я взял спека, к сожалению. Он не должен был со мной идти. Потерял один день на ремонтах. Ладно, я могу его использовать как ишака. Да, повырубал там Wi-Fi устройство. Мне еще не нравится, что он постоянно просит какую-то поддержку. Одним словом, плачет. Банки. Это мы будем делать взрывчатку. Именно коктейли Молотова. Повезло тебе, хоккей сегодня. А кто играет? И кино, а что смотришь? На самом деле мне надо специалисту просто довериться.
Хорошо, хорошо. Вот. A radio in good condition. Huh? Huh? Okay. Huh? An extended ear in good condition. Вот так вот. Устройство, которое способно обнаружить тихий шепот с расстояния до 50 метров. Вам не шутки. Сайленсер, глушитель. Хорошо, хорошо. Вот. Окей, окей. Мне бы ящики найти. Волк спеку дает. Инструмент тонкий. Сейчас будем открывать. Я думаю, он любые двери сможет взломать. Любой замок на двери. А, как-то ты его не быстро проглотил. Ты мне говорил за первый сезон. Я его, кстати, не так давно был пересматривал. Ой, ну торпеда это для меня вообще неизвестная команда. Еще патрончики. Кэш. Еще бы куда-то это все сложить. Я про деньги. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. I hear ya. Я думаю, мы сейчас будем собираться уже в следующий сектор. Никаких ящиков я не вижу. А, нет, ты посмотри. Небольшой сюрприз. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Иван забирает деньги, я ему доверяю больше всего. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Начинал перед сном, отлично, у меня есть патроны. Я в последнее время тоже все так смотрю. Так, ну у меня проблема. Есть хорошая каска. Да? Но я не могу ее нести. I see guy here. А это уже неприятности. Pardon me? Пока я тут возился с этими касками. Okay. Нужно убираться отсюда. Pardon me?
I hear ya. Done. Если они по всей территории вышли, то... Да, я, кстати, вижу нескольких. Там патроны у нас. Иван, Иван, Иван Иваныч. Иваныч, давай встречай. С этой стороны. И спека надо прикрыть. Педаль, в принципе, готов. Передаем ход. У нас еще охранники есть на территории. Ютуб, такой ютуб. Взял и лег. Это я знаю. Ну, в принципе, терпимо. Ты знаешь, если очень хочется, то вполне приемлемо. Главное не отвлекаться, а то как-то, знаешь, со знаками и препинаниями проще сконцентрироваться. Хорошо, хорошо. Аспека надо укрыть. Тут это все может плохо закончиться. Волка не хочется прям выводить туда. Смотри, первые на меня напали. Лысого нужно выбивать отсюда. Значит, еще один сейчас здесь появится. Хорошо, хорошо. Мы его подождем. Волк, будь готов. Встречаем парней. Кстати, Коль, если ты еще здесь... Во-первых, читаю сейчас. Они, смотри, сами как справились. Черного лебедя. Потом попробую добраться. Выберу что-нибудь из списка так называемого моего желаемого. То, что и ты туда кидал. Ага. Можно спрятаться. Ну, я думаю, Иван тут справится с двумя. Девятнадцать. Ну что, понеслась? Ух ты. А Фиделя мы... с другого фланга пустим. В принципе, волк, наверное, тоже иди помогай. По поводу прохождения игры на выходных. Есть несколько вариантов. Есть мафия продолжение. А именно вторая часть. Потом есть... Лануар. Игра, это детективная история, ну, примерно тех же годов. Ну и Heavy Rain. Ну, это по типу Фаренгейта. Ну, я думаю, ты видел прохождение. Ну и последнее, это Long Dark. Третий эпизод. Отлично. Новая обойма. Хорошо. Вот. Окей. Как хорошо, что мы здесь остались. Заодно поможем нашей охране. Чтобы она без потерь справилась.
И он убегает. What? Я его понимаю. Да? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Фидель What? Стоит. Волк, сразу иди забирай уже патроны, я думаю. Эти два бойца должны справиться. Сработает ли перехват? Меч и пламя я постараюсь запомнить на самом деле. Это есть линия огня? Нету. Да чего ж ты стреляешь-то? Хватило хотя бы очков. Эта местность должна быть сейчас безопасна. Как ты себя чувствуешь незащищенно, если местность безопасна? Говорят парни, коллеги твои, что местность безопасна. А ты как ты можешь сомневаться? Берем. Сейчас перезапущу шип-чат. Может, там поднялся уже и YouTube. Все забрал, да? Вроде как. У нас дробь был. Это мне не надо. Зеленые какие-то на нас напали. Пойдем, наверное, дальше. Захватим этот сектор, потом, в принципе, соседний. Ну, нам останется два. Задача, как бы, топ на сегодня, это 4 сектора, в лучшем случае. Аптеки, к сожалению, у меня нету. Это большой минус, и, как бы, это может внести коррективы в мои планы. Я, кстати, играю сейчас с туманом войны. Почему-то... пропали иконки мои. Окей. Да? Хорошо, хорошо. А, Юрия. Дан. Дан. Я думаю, волк пойдет с Фиделем. Хотя они могут держаться втроем. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. I hear ya. Done. What? Единственный мой врач, okay. У которого нету хорошей аптеки. Бинты и зеленка практически на исходе у нас. Баден-баден? Ну, у каждого тут своя фишка. Кто-то говорит да. Хорошо, хорошо. Кто-то говорит хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. А волк, он немец, и ему нравится это место. Окей. Видишь, Фидель говорит окей. Ничего себе! Еще и на 49-й сектор напали. Ну там трое против восьмерых. Наши должны втащить. Сейчас мы это проверим. Да? Смотри, как далеко. Я думаю, нам надо отступить. Хорошо, хорошо. What? Okay. Да? I hear ya. Done.
Смотри, как палит издалека. Не совсем мне это нравится. Ну, то есть, на самом деле, мне это вообще не нравится. Я просто хочу понять, какие у меня есть варианты. Вариант один — это убить его. Да? Хорошо, хорошо. Да, он понял, что ему здесь ловить нечего. Решил отступить. Хитер. Да? Хорошо, хорошо. Вот. Я понял. Вот это да. Пришло подкрепление, а у меня здесь спек стоит, у которого даже оружия нету. Оставь меня в покое, я занят. И ты вот пока он не убьет этого врага, или враг его, он отсюда не сдвинется. Большой минус Фиделя. Просто псих. А... Теперь ты действительно чувствуешь себя уязвимо. Тебя могут пустить на фарш. Хорошо, хорошо. Игра внесла коррективы. Отлично, просто отлично. Нужно встречать уже. Бастарда. Да? Хорошо, хорошо. Чёрт. Вот Ваня. Через пол карты достанет. А во второй части будут персонажи, которые будут говорить «Оки-доки». Вот. Окей. Куст будет мешать. Я еще и спека могу не перебинтовать. Хорошо, хорошо. Да как же ты так далеко? Еще двое. Зачем они пришли в этот сектор? Какое-то подкрепление. Нужно куда-то отступить. Здесь такая открытое пространство. Смотри в эту сторону, я тебя... Вот тена. Фидель ранен.
Главное, чтобы здесь были бинты. Какой-то ключ выпал. Фидель, мне надо, чтобы ты отступил. Хорошо, хорошо. Он и не сдвинулся с места. Я так понимаю, могут стрелять в одного бойца, попасть совсем в другого. Это не есть хорошо. Сюда я вряд ли смогу дострелить. И мой персонаж открытый. Да? Плохая позиция. Хорошо, хорошо. Как мне с Фиделем поступить? Я его пока отведу. Нужно пытаться сменить позиции. Может, это даст, принесет результат мне положительный, конечно же. Вот видишь, они, это вынудило их сменить тоже позицию. Они меня пытаются достать, даже с такого большого расстояния. Накидали мне. Какой урон. Только дыхалку сбиваю. Я не знаю, вообще, они далеко расположены, еще и за деревьями. Мне не нравятся эти позиции. Ой. Ну никак, никак не получается зацепить. What? Okay. Прижали нас. Окей. Дальше отступать, что ли? Не знаю, как мы будем бинтоваться. Ваня здесь может не отстреляться. Хорошо, хорошо.
I hear ya. Ох, уже очень ранен. Какое подкрепление пришло, да? Начинаю переживать, что они мне могут оказаться не по зубам. Да? What? Okay. Получается создать угол. В меня стреляют. Вот это у нас заварушка. Какой-то Бейрут. Сюда никак, никак, ты понимаешь? Это дерево, оно очень хорошо его защищает. У нас на 59-м секторе одни сборщики. Почему ноль охранников? Они переплыли? Они переплыли? Вот тена. Весело. Ух ты. Да? К сожалению, я потерял сборщиков. Окей. Окей. И он уходит. Окей. Да? Нужно волка спасать. Хорошо, хорошо. Еще и рыжий пришел. Ваня, просто машина. What? Okay. Сходу, да, попадаем? Что, может отступить? Да нет, каких отступить, надо отстреливаться, пока есть возможность. А кто же его будет бинтовать? Да? Еще аптеку надо найти. Хорошо, хорошо. What? Okay. Talk. Okay. Сакер, да? Это плохо, что он не может подняться.
А? Поднять его некому. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. Так. Куда же он бежит? В другой сектор? Я не вижу аптек. Он еще оттуда может и отстреляться. Окей. Так. Окей. Да? Давай, Вань, твой выход. Ой, два выстрела, минус два. Хорошо. Опять аптек нету. Их просто нету. Мы теряем волка. Из Баден-Бадена. И что? Гуд-та-гуд, ну. Патроны, записка, ключ. Это все. Аптеки нету. Да. Ну что? Это неудачная попытка. Удачно, я бы сказал, он вышел. Да? Да. Может, стоит взять паузу, отличить бойцов? Я же не смогу его перебинтовать. What? Такой трэш. Okay. Вот он, самый настоящий. Первые трудности. Так. Вот это да. Минус Фидель. Сюда никто не идет. Ты представляешь? Хорошо, это наука. Наука, ребята. Ладно, попробуем тогда отбиться по-другому. Что нам делать-то? Хорошо, хорошо. Если нас так зажали. Okay.
Нужно прикрывать тут сектор все-таки. Они умеют плавать. Мы это выяснили. Путем проб и ошибок. А Ивана там поставить в те деревья. Кстати, смотри, чтобы сэкономить патроны. Раз. Два. Три. Он не может нажим подчикать нормально его. Не справился. Свинец есть свинец. Мужика он видит. Я представляю, что эти мужики сейчас с ним сделают. Okay. Ты здесь? Волк, помогай. Done. Карта. Этих парней сюда. А вот Ваню. Вот хорошо, сюда. Хорошо. I see guy here. Huh? What? I hear ya. Done. Dog. I hear ya. What? I hear ya. Done. А как же наша доблестная охрана? Куда этот лысый разогнался? Смотри, таким бодрым шагом. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вот. Окей. We just got ourselves another peep. Это наша земля. Их было немного. Делаем быстрое сохранение. Дело плохо в том, дело как плохо, в том-то дело, что у нас аптек нету, вы понимаете? Их просто у нас нету. А где найти аптеку, я не знаю. Может, есть какой-то сектор? Так много врагов в следующем секторе. И он такой растянутый. Too close.
принципе, YouTube лежит. Предлагаю тогда сохраниться. Будет еще одна попытка. Я думаю, она более удачная для нас. А пока отложим. Наберусь сил. Скажу так, этот день я провалил. Все, до встречи на просторах.